Компания Toyota на днях представила несколько концептуальных машин. Одной из них является полностью электрический пикап под названием EPU. Он имеет относительно небольшой размер для такого класса. Однако, судя по последнему, Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick, можно сказать, что спрос на такие модели есть и даже немалый. Несмотря на то, что это концепт-кар, его дизайн выглядит довольно простым и очень похож на серийную версию. Он имеет 4 обычные двери с обычными ручками, классические зеркала на ножках, довольно простую светотехнику и так далее. Это может говорить о том, что если модель поступит в серию, то она не будет серьезно отличаться от актуального концепта. Технических подробностей о новом пикапе не очень много. По сути, известно только, что он имеет 5-местную компоновку, несущую конструкцию и аккумуляторно-электрическую трансмиссию, подробности которой пока не разглашаются. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!